7 червня православні віруючі відзначають особливий день – Святу Трійцю. Це одне з 12 найголовніших церковних свят. Традиційно перед Трійцею у храмах проходить всенічна служба. У саму ж Трійцю відбувається одна з найкрасивіших святкових служб у році. Цього дня Свято-Троїцький собор міста Одеси відзначає своє престольне свято. Это практически праздник нашего города. Самый древний храм в городе Одессе – это Свято-Троицкий храм. Долгое время назывался Свято-Троицкий греческий храм, а теперь Свято-Троицкий собор. В 1794 году Одесса наша была основана, а в 5-м уже сразу первый наш храм. Мы радуемся этому. Я поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с этим замечательным праздником. Я ввел в нашем храме замечательное приветствие. Хочу, чтобы и все было. Христос посреди нас. И все громко отвечают. И есть, и будет. Скажите. И есть, и будет. Вот так всегда должно быть. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел проводить божественну літургію у Свято-Троїцькому соборі вже протягом багатьох років. И пусть побольше будет радость, и пусть эта радость никогда не оставляет никого. Пусть она будет совершенной, пусть она будет в каждом человеческом сердце. Митрополит Одесский Измаильский владыка, он посвятил свои 55 лет служению Богу. Пока вот владыка с нами, у нас развивается православие. У нас, вот посмотрите, только за последнее время почти 300 храмов восстановлено и построено. Монастыри, церкви. Парафіяни храму відвідують Свято-Троїцький собор десятиліттями, практично не пропускаючи недільних богослужінь. Приходять до храму сім'ями, навіть з маленькими дітьми. Меня зовут Лиза, мне 5 лет. Я очень люблю Троицу и другие святые праздники. Я с бабушкой прихожу и с мамой. Я часто прихожу в храм по воскресенью. Мы ходим порядка 20 лет в этот храм. То есть все это как родной дом, потому что здесь служил отец Георгий, наш батюшка, который мы давно знаем. И так получилось, что он нас и венчал, и детей крестил, и крестников. То есть здесь уже как история. Я лично очень люблю этот храм. В свое время даже работал здесь певчим когда-то. Наверное, одно из лучших времен было. За традицією цього дня одесити освячують у храмах зелені запашні трави, які символізують відродження всього живого на землі. Я хочу всім православним, всім віруючим, всім жителям нашого міста, гостям нашого міста пожелати самое главное здоров'я, щоб вони були успішними. Пожелать, чтобы мы пережили это тяжелейшее время. И пусть в каждой семье будет мир, благополучие, стабильность, уверенность и достаток. Храни нас всех, Господь. С праздником вас, дорогие одесситы. Одесити також зазначали, що багато хто очікує на відкриття Міжнародної академічної школи «Одеса», яка не має аналогів в Україні та Європі та буде орієнтована в тому числі на духовне виховання дітей. Взагалі проєкт потрясающий. Работой Сергея Васильевича я наблюдаю много-много лет. Это остается храм, это хорошее образованное поколение детей, тем более это поколение духовных людей. Святкове богослужіння проводилося з дотриманням всіх карантинних обмежень. Після вимушеної тривалої перерви одесити були раді зустрічі один з одним із священнослужителями. Парафіяни поверталися до храму з особливими почуттями. Конечно, мы рады, что в праздник Троицы мы можем зайти в наш храм, несмотря на то, что есть, конечно, какие-то ограничения, но это просто счастье. И на самом деле мы поняли, что за период карантина как для нас важен наш храм. Хотелось бы поздравить одесситов с этим большим праздником. Мы хотим пожелать, чтобы Господь их благословил и у них все было хорошо. С праздником! Святкове богослужіння пройшло в усіх храмах Одеського регіону. В храмі Святої Мучениці Тетяни також було багато одеситів.
сегодняшний день он совпал с тем, что наконец-то ослаблены были карантинные условия, и многие люди смогли в этот день прийти в храм. Люди стояли на службе со слезами на глазах, потому что очень многие верующие люди, которые особенно престарелого возраста, они оставались дома, и вот это фактически первая служба, на которой они смогли быть. И сегодняшний день в нашем храме Святой Татьяны, столько радости, столько благодати, люди приходят после вот этого такого трудного времени и получают действительно эту животворящую благодать для своей жизни. Різдво завжди відзначається в 50-й день після Великодня в пам'ять зішестя Святого Духа на апостолів. П'ятидесятниця вважається днем створення християнської церкви, коли християнство почало поширюватися по всьому світу. Різдво відзначають з 381 року. Тоді на Другому Вселенському Константинопольському церковному соборі остаточно затвердили вчення про три іпостасі Бога – Отця, Сина і Святого Духа – і повноту Святої Трійці.